Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками, с их работами. Пьер Монар, французский живописец и график, вошедший в историю искусства как один из величайших колористов 20 века. В молодости возглавлял группу художников Наби. Родился 3 октября 1867 года в Париже. Родом из семьи чиновника, Монар сначала изучал юриспруденцию в Сорбонне, а затем учился в Академии Жулиана в Париже. После этого в Школе изящных искусств, где в 1888 году образовалась группа Наби, в которую вошли Рансон, Дени, Серюзье, Юар, Руссель, а позднее к ним присоединился и Валатон. Под влиянием Гогена и искусства японской гравюры художники локализировали цвет, делали свою живопись более плоскостной. Однако самое сильное влияние японской гравюры видно в работах именно Монара, которого даже называли «понствующим Наби». Пьер Монар был хорошо знаком с Абраузом Валларом и запечатлел его на нескольких своих портретах. Я беру данные из Википедии, данных не так много, конечно. Монар выставлял свои работы на салоне независимых и познакомился там с Тулуз-Лотреком. Последний проводник эстетики импрессионизма, как его называли, Пьер Монар критиковал импрессионистов за недоработанность композиции и натуралистичность цвета. Художник мягких приглушенных тонов, Монар одним из первых открыл внутреннюю или даже интимную жизнь женщины. Писал интерьеры, средиземноморские и парижские пейзажи, бытовые сценки. Под конец жизни Монар обратился к насыщенным цветовым сочетаниям, создавая изысканные красочные композиции. Монар не был художником-экстравертом. Он жил в разных местах. Неоднократно писал обнаженную натуру, натюрморты. Бытовые сцены демонстрируют его стремление к необычному повседневной жизни. В 1905 году вместе с Эдуардом Юаром отправился в поездку по Испании, за которой последовали путешествия в Бельгию, Голландию, Англию, Италию, Алжир, Тунис и Южную Францию. В 1925-м приобрел дом на Лазурном берегу в Ле-Канне. Художник пережил немецкую оккупацию Парижа и в 1946 году устроил ретроспективную выставку своих произведений. Умер Монар в Ле-Канне 23 января 1947 года. Ну вот так вкратце, данных не очень много, данные из Википедии о французском живописце и графике, вошедшем в историю искусства как один из величайших колористов 20 века, Пьер Монар. Пока-пока, до свидания.